Всем привет, ребят! И сегодня мы будем разгадывать преступление. И сегодня в роли сыщика мы узнаем, кто же скрывался в той заброшенной деревне, про которую я снимал предыдущую серию. Мы узнаем все секреты той деревни. Вот это зловещий дождь. А жители тут есть? Куда все жители подевались? И это уже следующая серия. Почему, когда я в какую-то деревню прихожу, вижу до сих пор. Может быть, я несу какое-то... А, вот. Ты чё? Ты без двери сидишь. Давай я тебе дверь принесу. Чё? С микрофона, да. Давай тебе дверь принесу, житель. Давай, сейчас я возьму. Да, у кого-нибудь возьму. У него и так две двери. Зачем ему несколько дверей? И вот, подарю вот этому жителю. Вот. Да, спасибо. Не благодари, житель. Так, сейчас я пойду и скажу в деревню. Узнаю, что и кто же там скрывался. Может быть, это будет очень опасно, но я все равно. Сейчас отправлюсь в ту деревню и узнаю, что же скрывает с собой та деревня. Очень жуткая и порой даже необъяснимая. Все, в предыдущей серии вы, наверное, видели, я оттуда откуда-то пришел. И вот сейчас я буду ее находить по координатам, которые я запомнил. Все, давайте. Встретимся в следующем моем видеозаписи. Ну, сейчас я в этом же ролике это будет. Только я включу камеру и запись, когда дойду до той деревни. Уф, ребят, я уже все устал, и походу я кое-где заблудился. Когда я искал деревню, я наткнулся на пустыню, подумал, что я пройду эту пустыню и... Опять очередные кролики. Я думал, я пройду эту пустыню и найду деревню, но... Походу, нет. Сейчас я застрял в этой пустыне, ребята. Что же делать? Я не понимаю. Я уже 2 дня тут хожу и не понимаю, где же деревня. Я даже назад не могу выбраться. Конечно, я могу по океану проплыть, но я не знаю, что мне даст этот океан. Я без понятия. Я вот бегу уже несколько часов. Уже ночь глубокая. Да-да-да. Я уже несколько часов бегу по этой деревне. По этой пустыне. И не могу найти выход, ребят. С этой пустыни. Я как будто бы где-то здесь застрял. Короче, когда что-то будет интересное, ребят. Там что-то. Что там такое? Походу, мы должны найти это. И чё это? Что-то в воде. Нет, не надо, не бей! Нет, я туда больше не пойду, ребят. Вы как хотите, но... Мне кое-что приснилось, сейчас вы просто офигеете, если узнаете. Не, я лучше туда не пойду, ребят. Нет, 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 нет. Нет. Наберем, короче, давайте. 20 лайков, и я туда все же схожу. Вот этот монокль у меня специально, как будто бы я этот. Короче, это невозможно. Я не знаю, как это произошло, но... Это просто нельзя. Ну, невообразим, короче, все. Всем пока, с вами был Зигзай. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем пока! Радостная концовка, но очень страшно. Всем пока.